Доброго времени суток, друзья. Так, ну и чё, мы остановились на том, что топали в Форт Азган для того, чтобы поговорить с лордом Хагеном, спросить у него о ситуации и о наших дальнейших, так сказать, шагах. После этого, наверное, пойдем в Яркендар или куда, я даже, честно говоря, и не знаю. Тут реально все очень-очень сложно, как говорится. А, ну здесь мы вот встречаем Вульфгара, здесь мы встречаем и лорда Андрея. Здесь, кстати, тоже так довольно-таки подтормаживает. Вот, ну здесь, конечно, паладинов просто как говнеца, да, здесь вообще капец сколько. Да, ну вот сейчас где-то здесь мы и встретим лорда Хагена. Вот, где-то тут, а. Да, вот как видим, он уже сидит, теперь лорд Варус стоит, он их всех, короче, поставил по стойке смирно. А, как мальчишек на линейке, да, а сам уже, короче, уселся. А я уж, честно говоря, не надеялся, что снова увижу тебя. Особенно после того, как ты увел у нас из-под носа наш единственный корабль. Сейчас не самое лучшее время выяснять наши отношения. Стопудово. Да? Ты так считаешь? Потому что орки вторглись в Харине. И мне кажется, что сейчас именно эта вещь... Ах да, еще эти чертовы орки, эти проклятые твари... Вот именно. Ну хорошо. Она... А сейчас отвечай. О, да, одно очень важное сообщение. Да? Когда мы были в море, то случилось... Вот я и решил, что... Что? Поверь мне, это так. Невероятно. Если все, что ты говоришь, а то последнее время... А как далеко? Всего лишь... Вот, даем, короче, ему карту, чтобы он узнал, где находится этот остров. Это морская... Так что найди. Сейчас он посмотрит. Да, очень интересно. Судя по карте, это маленький клочок суши, без этой части океана. Ну что же, тогда от имени всего... Будем надеяться, что... Само собой. Вот, и меня прислал пирокар. И чего же он хочет? Для начала хотя бы выяснить то, как у вас обстоят дела. А то он и сам не знает, как они обстоят. Толково. При защите города я потерял практически треть своих людей. А что с остальными? Все, кто выжил в этой заварушке... А если говорить конкретнее, то в моем распоряжении сейчас находят... И каков их... И если ты думаешь, что после всего случившегося они пали духом, то ты ошибаешься. Их... Тогда орки уже вовсю хозяйничают вдали. Или вы... А для открытого сражения с орками нас слишком мало. Ну вот, да, сейчас он, короче, попросит у нас подкрепление, чуваки. Там скажет, типа, набери там чуваков, полагаю, там других паладинов, наемников. А ежели эти твари попытаются на... Вот. Нельзя сидеть просто сложа руки, да. Рано или поздно... Я и без тебя. Я же тебе уже говорю. Тогда тебе... Да? Откуда мне взять еще... К сожалению, друг мой, в этом... А как же наемники или люди из Бал... Ну... Что? Сражаться? Да ты в своем уме все это позор... Я знаю, что для паладин... Пока ты здесь стоишь... Что ты хочешь эти... Твой долг как паладин... Ну, короче, тут всякие мусолят, короче, всякую фигню... Не стоило быть, ведь их защита... Я уверен, что тебе... А думаю, к тому же, если эти самые преступники, как... В конце концов... Ладно, считай, что ты меня почти уговорил. Думай быстрее. Ха. Так что там решил, братишка? Пока ничего. Хорошо. Угу. Так, могу я чем-то помочь, быть может, еще? Угу. Возможно, что у меня действительно... Ага, вот, хотя, да. Хотя, по правде говоря, оно связано с крайним... Дело в том, что я до сих пор так и не знаю. От Гаронда давно уже... Возможно, что они все уже мертвы. Поэтому я и хочу, чтобы... В любом случае, я должен знать, что стало с моими людьми. Тогда... Угу, хорошо. Да я уже отправил туда одного человека. Эх, боюсь... И как звали? Его звали Натан. И он тоже... Сам. Короче, он отправил туда уже паладина Натана. Вот мы все это узнаем. А вот, значит, ой, в Яркендар мы пока что идти не будем, значит, пойдемте для начала в долину рудников и выясним, что там осталось с пацанятами в замке. Ну, там тоже всех перерубали, как я уже и говорил. Тут вообще вся игра будет строиться на том, что всех будут просто тупо мочить, как значит, в сортире, да? Ой, вот.
Так, это хоть к выходу, это я что-то... Ага, вот, да. Вот, надо сейчас, короче, заханять. И как раз мы, наверное, вернемся из Рудниковой долины и, скорее всего, уже Вордхаген согласится на то, чтобы мы, короче, дали шанс всем этим белым каторжникам, да, там, наемникам, этим самым всем чувакам попросить у всех о помощи. Вот. Там не только наемники и болотное братство, там еще и маги огня, маги воды помогут. То есть много кто. Пираты, кстати говоря, можно будет и у пиратов там, короче, помощи опросить. Там, короче, можно армию такую будет, что называется, не кислую собрать. А как бы вот. Ну да, наверное, все-таки придется нам первым делом топать, да, в долину рудников и разбираться там с орками. Сейчас мы, наверное, этим и займемся. Орков там, конечно, будет дофигище, просто дофигище. Такая толпень, что мама не горюй. Так, загрузила, хорошо. Так, чтобы они к нам больше не базарили, то сейчас начнут говорить, что мы за тобой следим, там весь этот бред начнут нам рассказывать, это сильно напрягает. Давайте-ка тогда... отключим пока что вообще этот телепорт, вернее, это вызов этих чуваков. И вот, нам нужно к проходу в Харинисе, под восьмеркой он находится. Ой, извиняюсь, чуваки. О, там у нас огненная ящерица. Давайте-ка ее завалим. Может быть, еще и нас завалим по парочку штук, и будет нам огненный язык. Вообще, там весь прикол, что нам бы этих орков желательно было бы перебить, потому что мы потом будем всех этих паладинов выводить из Рудниковой долины, да? И, прямо скажем, нам будет мешать тот факт, что орки как бы... А че они мне не кланяются? Вы скоты, вы че не кланяетесь? Поклонитесь сенсею. И было бы, я же, здорово, как бы... О, а можно, их можно убивать, видите, как бы... Тут молния меня не бьет, поэтому давайте-ка этим воспользуемся. Так. Блин, там ищущий что-то разбушевался, хотя надо быстрее валить орка. Я вот так. Вы ищущий там что-то не на шутку разошелся, да, как видим. Вообще, борзота такая, этот ищущий, что страшные вещи. Да пошел ты в очко, все. Так, хорошо. Просто же мы потом будем отсюда как бы выводить паладинов, да, и, ну, реально, они нам будут мешать, поубивают еще наших паладинчиков, а они нам нужны будут живыми, поэтому этих орков реально было очень важно перебить. Так, ну тут еще есть. Как видим, давайте сейчас восполним наши запасы. О, кстати, давайте грибов нажрёмся, может быть, нам еще защиту от магии повысить. Сколько, кстати, у нас защита от магии? 267. Так, давайте, короче, может быть... повысим еще до 272. По идее, нам должно даже хватить грибов, потому что мы уже их довольно-таки много сожрали, да. Так что вполне вероятно, что он сейчас повысит защиту от магии. Ну, а не повысит, так не повысит, в принципе, тоже ничего страшного как бы не будет. Да, походу не повысит. Ну ладно, не хочет, не надо, как говорится. Так. Что тут у нас еще есть? Травку давайте скушаем. Хорошо. Это еще же старые дохлые паладины, да, они тут так и валяются почему-то. Да. Элитный черный орк воин. Давай, давай, братишка. А, я, кстати, вспоминаю тот момент, когда, помните, Уршак на нас обиделся из-за того, что вы просто убили Хошпака, да? Я так вот на раз просто подзадумываюсь, прикиньте, как бы он на нас обиделся, если бы узнал вообще, сколько орков мы перевалили за все прохождение возвращения, да? Это
Я жил просто страшные вещи. Да мне даже самому страшно представить, сколько орков мы перебили реально вот за то время, что проходили возвращение. Это... Там количество, я не знаю, чуть ли что не под тысячу, по 1002, наверное, да, или около того. Так, ну отлично, то, что мы здесь всех перевалили, то, что я повторюсь, да, как бы паладины потом будут покидать Рудниковую долину, да, и не хотелось бы, чтобы они так вот в эту засаду попали, теперь же все здесь чисто, мы даже ищущего убили, то есть... как бы в этом плане все у нас хорошо. Вот. Блин, овечку убил, а? Отпаду. Ну ладно. Овечка пала смертью храбрых. Все, потопали. Да, топаем, 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 короче. Тут вроде бы орков сейчас быть, во всяком случае, не должно. А сейчас мы так, кстати, в долине Рудников, там, в принципе, неподалеку, сразу же и встретим уже этого Натана, паладина, да. Перетрем с ним, он скажет, что, короче, собери силы, и мы будем атаковать замок. Ну, я без него буду атаковать замок, потому что, честно говоря, эти паладины будут только мешать. Допустим, я буду пользоваться волной смерти у Резели, еще, не дай бог, я их зацеплю, и будет проблема. А так я пойду сам зачищу тут замок, тем более, что ровным счетом никаких проблем это не составляет, да. Для такого знатного мага воды, которым я являюсь. Вот, поэтому я все сделаю, короче, сам, потом просто побазарю с ними и скажу, что вот, мол, братишка, все, я за все зачистил, и замок опять наш. Правда, я не понимаю, в чем смысл зачистки этого замка, все равно там руды в Рудниковой долине толком нет. Я бы даже оставил бы эту Рудниковую долину уже оркам, пускай они здесь себе кучкуются, да? Чтобы им, по крайней мере, было где жить, да и все. Вот, а может даже тогда орки бы, короче, так сказали, ладно, мы, короче, живем в долине Рудников, а вы живите там у себя в Харинисе, и все, мир, дружба, короче, ой, я твоих овец не краду, и ты мой поля не топчешь, так сказать. Так, сейчас оно прогрузится. Давай, 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 ёпта. Чё так долго-то? О, все, пошла полоса. Так, тут входа сейчас никого не будет. Не, входа никого. Это, походу, да, нам надо сейчас будет чуть пониже спуститься. Спуститься туда вниз. Вот. И там мы встретим где-то, по-моему, там этого самого Натана. Ну, вот, кстати, ряд тоже тот плюс, что... Как бы, во-первых, в принципе, масштабность у них получилось сделать, да? В принципе, действительно, эта война с орками выглядит масштабно, да? Они и в Рудниковой долине он тут валятся, и в Харинисе, плюс то, что они реально в Харинисе на каждом шагу, да? Они там все реально заполонили, вот, зацените, они и здесь все заполонили. Короче, повсюду эти орки, да? Это, конечно, круто в этом плане получилось. Как бы вот. А чё, эти орки не загрелись, что ли? Вы чё, пацаны? Так, всё хорошо. Давайте предводителя разве что обыщем. Чисто так, для прикола. Так, все, здесь тоже всех привели. Просто я, по-моему, они тоже будут и через сюда проходить наши паладины. И как бы тоже, опять-таки, не хочется, чтобы они попали в западню, да? То лучше сразу же здесь всех и перевалим. Да, все. Короче, теперь здесь все спокойно. Да, как бы масштабно, то, что орки везде, да, они везде там ставят такие блокпосты, везде атакуют. Там, допустим, видите, мы только подошли к таверне, там уже бой, короче, идет, да, там Найджел сражался с орками в прошлом выпуске, мы, к сожалению, не успели им помочь. То есть в этом плане есть плюс. А вот, ну и еще плюс в том, что как бы задействованы все локации, да, нам нужно будет бегать и по долине Рудников, и по Яркендару, и вот даже Форт Асган нам приходится иногда наведываться, ну и по самому, естественно, Харинису. С одной стороны, это и минус, да, потому что, повторюсь, нам придется бегать туда-сюда на протяжении всей седьмой главы к какому-то полному идиоту, но с другой стороны, и небольшой плюс, вот этот самый Натан. Стой! Не шагу дальше. Короче, борзеет, говорит, не шагу дальше. Дальше начинаю. Если ты не намереваешься просто так покончить с собой. Да и потом я тебя не знаю. Никто ничему не учится у меня. Я здесь, короче, да, поручили Орду Хагена, братишка. Мне необходимо выяснить, какова на данный момент обстановка в долине Руди. Обстановка очень-очень напряженная, ёпта, да?
Так, почему вы не в крепости, братишка? Потому что там орки, приятель. Да как что ты говоришь? Да, к сожалению. Короче, замок тоже допал, у них не удалось держать. Ну, короче, Харон будет там в тюряге, но мы его оттуда обязательно вызвали. Нужно попытаться. Однако нас слишком. Ну, опять-таки, слишком мало, короче, армии. Говорит, нам надо, короче, найти, кто бы присоединился к нам на помощь, да, но это, как правило, вернее, не как правило, а, короче, поможет нам в этом эти самые охотники на драконов, там надо с ним побазарить, они согласятся, короче, помочь. Но самих, как бы, паладинов я брать не буду. Вернее, все я буду зачищать в одиночку, да, потому что, повторюсь, от паладинов будет больше вреда, чем польза. Так, мы сейчас пойдемте найдемте этих самых охотников на драконов. Вот. Побазарим с ними. Просто чисто так, ради того, чтобы пройти квест. Ну и если вдруг вы слишком слабенькие, да, не можете сами зачистить этот замок. Хотя я, конечно, в этом сильно сомневаюсь, что такое возможно. Потому что, по-моему, нереально пройти эту игру, чтобы не стать сильно крутым, да, уже в конце. Вот. Но если вдруг что-нибудь такое осталось, то, в принципе, можно вот, да, сгонять сюда еще, набраться поддержкой вот этих вот охотников на драконов. Тут, кстати, видите, тоже бой, короче, идет. Вот что я же очень круто. Иди сюда! Я его прикончу. Еще одним монстром стало меньше. Вот что, как бы, тоже круто, да, то, что, в принципе, можно заручиться их поддержкой и будет нам помощь. Так, а где этот мужик, которого убили? Я бы этого не делал. Хорошо, хорошо. Эй, а где этот мужик, которого убили? Спасибо, что помог, еще бы много, и нам всем пришел бы конец. Ну хорошо, блин, я хочу найти труп вашего чувака, а? Тут же завалили только что на моих глазах какого-то из них. Он напился в стельку. Тю, капец. А уже никого не видно. А, вот же, тю, я просто протупил, вот он лежит. А кого убили, интересно, орочий арбалет? Так, это у нас кто такой? Биф. А, он уже даже обычный, помните, это ж мы его туда попустили. Вот. А это кто вдалеке стоит? Чё это за чел? Че это за Чунга-Чанга? Ага, это рот, я понял. Так, ну давайте поговорим с этим самым курганом. Курган, братишка. А почему до сих пор здесь стоит, придурки? А куда нам идти? Вокруг орки, короче, мы очкуем. А, так, паладинам нужна ваша помощь, ёпта. И зачем она нам понадобилась? Хотя вернуть крепость. Ах, вот как, видимо, у них окончательно поехала крыша. Может. И, короче, как насчет золота? Ну, золото никогда не помешает, короче. А, ну, короче, он, правда, сильно борзой, он хочет аж 50 тысяч золотых. И, короче, поэтому я этот квест проходить не буду. Потому что у меня даже банально таких денег и нету, да. То есть насобирать их, в принципе, можно было бы там даже без проблем, в большей степени, но мне просто впадло какой-то и... вот такая вот фишка. А где замок? Ну, если что, я же, если у вас есть проблемы, то как бы... Прикиньте, есть свиток «Волна смерти Уризеля». Я, правда, даже и не знаю, где я его нашел. Я вот только просто обнаружил, что вот у меня есть свиток «Волна смерти Уризеля». Прикол, да? Так, вот, замок. Что, просто если у вас есть какие-то проблемы с прохождением, если вы не можете сам зачистить замок, то вот, в принципе, можно заручиться поддержкой этих наемников. Ой, как бы вот. Ну вот мы, собственно, и в замке. Так, проходу сразу же в Рудниковой долине. Давайте включим телепорт. Ну и, возможно, давайте включим вызов... Ой, не это, а вот это вот, вызов демонов. Все, давайте тут все, короче, зачищать, все заруливать, всех малофить тут, короче, по полной программе. Начнем с этого вот ублюдка. Борзоты с этой, короче. Вот и все, короче, был орк и нету орка. Ну что он тут делает? Тут вообще мильтен должен находиться, вообще борзые орки. Ни стыда, ни совести. Так, сейчас давайте, короче, всех их, короче, нагибать сейчас будем. Так, где там наши зелья? Сразу, наверное, даже на этом зелье включим. Ой, да, ну тут, конечно, орков, как вы сами видите, ну... Тут просто, просто полный капец. Сколько? Так, как бы нам, чё бы нам, а? О, кстати, очень четко вот, смотрите, сделали, да, типа...
как паладина убили, да, прям мечом к стене при это прификачили. Так, хорошо, давайте, наверное, короче, вообще сделаем как, достанем посох, даним ему по горбу. Так, потом достанем наша хорошая руна. Как видите, здесь, короче, тоже игра уже так подлагивает, потому что орков здесь, ну, реально как говнище, да, и поэтому... Как бы даже игра подлагивает, да? Ой, меня сейчас порвут так на куски, ой-ой-ой-ой-ой. Но в основном, конечно, меня порубали из-за лагов. Тут тоже нельзя этого не отметить, то что здесь тоже, в принципе, игра довольно-таки сильно лагает. Но это будет до того времени, пока мы большинство орков не перебьем. Когда уже большинство будет убито, то как бы они уже так вот подтормаживать не будут. Но главное, это вот стартовый такой натиск сделать, да, вот это вот. Очень важно вот сейчас всех их перемолфить. Вот, и тогда будет хорошо. Да, элитные эти орки, короче, до сих пор меня неплохо валят, да, как видите. Реально, я очень, до сих пор даже очень так неплохо меня уронят. Прямо скажем. Так, хорошо. Выставляем себе сразу зелье. Ой, я, кстати, блин, руны-то ведь выставил тогда, а сохраниться забыл. Вот придется сейчас заново все выставлять, но, блин, полный капец. Ой, где тут она у нас, да? Ну да, это... Ой, в замок то ведь надо, вот это... А, так хотя чё, все правильно выставлено. А, да, все выставлено, чё, я парюсь. Так... Так. Блин, куда бы так стрелять, чтобы сразу гущу бомбануть, а? О, вот, я сразу военачальника бомбанул, чуваки, вы представляете, какой я перец. А чё так мало как бы вас сагрилось, чуваки? А чё, какой-то фуфел вообще творится, я не могу ничего понять. Да хорошо. Можете как-то выйти сюда по-нормальному, потому что я не у вас нормально даже костят, реально. Какой-то полный фуфел, я не могу понять, короче, как-то так надо там их просто поудобнее, так понимаете, повыманивать всех, да, у меня что-то не получается, и какой-то полный отстой, я их не всей пачкой валю, получается, да, а так, какой-то маленькой частью. Ой, из-за этого, как бы, очень много бед получается. А ладно, портанемся сейчас еще раз, где там наш в замок. Так, вот, мы уже тут навалили немного братишек. Но тем не менее осталось братишек тоже много. О, давайте обыщем сразу вот этого ублюдка. Элитный черный орковый военачальник. Так, вот тут здесь есть Кэрол отдоху, и вот его кошелек мы сразу забираем. Ну и другие рыцари, да, тут, в принципе. В смысле, я жую, как бы даже их обыскивать особенного-то и нету, да, потому что я жил. Как бы все на конец игры. Ну, как бы тоже такая игра, что, в принципе, вот, знаете, уже привыкли мы все везде, всегда тырить, да, все собирать, вот сейчас Тандор обыщем, это мы сейчас тоже дофигища, конечно, денег насобираем. А, вот, и немножко это в привычку вошло, и поэтому, как бы, всегда все собираешь в этой игре. Ну, это по поводу того, даже если вам сейчас, допустим, не хватает денег, да, 50 тысяч золотых, вот мы сейчас Тандора обыскали, я вам скажу, что у нас уже сейчас будет 50 тысяч золотых, даже больше. Как бы вот так, вот есть раскаленные стали. У Яна. Вот Ретончик тут дохленький. Ферос, блин, мы ему только зря меч доставали, да?
О, кстати, а что там тот чувачок, помните, с которым мы все время торговались? Кстати, может, наверное, тоже какие-то вещички неплохие должны падать, да, по идее. А ну-ка, давайте посмотрим. Энгор его зовут. Ну да, у него тут есть тоже чем поживиться. Вполне даже. Так, вот тут есть какой-то орк-арбалетчик обоссанный. Давайте, может быть, его завалим. Так, сейчас, так, по красоте. Со спины, по-секундски. Опа. Все, был элитный орк и нету элитного орка. Хорошо. Там, правда, тоже есть какие-то. Мне впадло их всех валить. Так, как бы нам их теперь опять-таки поудобнее. Мне просто их как-то бы в одну пачку всех собрать бы, да. И было бы, конечно, очень удобно. Но, к сожалению, что-то у меня так не получается. Ой. Да ты скотина, а? Куда пошел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. О, там их нормально навалили, чуваки. О, там их там не кисло навалили в натуре. Правда, их тут еще не кисло, да, я так смотрю. Ну да, их тут еще не кисло очень даже. Этой борзоты. Да пошли вы в очко, а. Борзота. Давай. Эпический махач, короче, у нас тут получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты меня аж испугал, братишка, честное слово. Откуда вы беретесь, а? Блин, как будто где-то там плодитесь, а? Вроде бы всех перевалил уже, да. И тут еще какие-то прибежали какие-то звери, короче. Это мой замок, короче, вообще. Моя деревяшка. Моя комната. Вы куда пришли? Ну, в принципе, веселуха как бы есть, да, в этом не скажешь. То есть, действительно весело, действительно движуха такой, да, реально эпический махач. В этом межу реально не откажешь игре. В этом плане натуре круто, как бы. Однообразно, да, я жил просто, пойди убей орков тут, пойди убей орков там, но круто, реально круто, как бы весело. Я жил в этом плане не откажешь. Так, ну что, там мы уже нормально так орков нагнули, да, там, я думаю, ну не половину, но чуть больше четверти, я думаю, будет. Вот еще что ли кто-то бегает или что? А, да, еще есть, елки-палки. Ну давай. Мне на тебе ману просто ставить в подол, поэтому буду тебя забивать как свинью посохом. Как вы тут все мирно лежите, чуваки. Все. Так, давайте заодно, кстати, покушаем какое-нибудь то ли мясо, то ли чё, чтобы выносливость по пойнту у нас уже и выносливость так подзакончилась, да? А, вот, отлично. Сохраняемся. Так, хорошо, сколько же вас тут еще? Угу. А, ну осталось вас уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осталось вас как бы уже реально понты, да, тут? В большей степени. Нам главное, чё? Завалить арбалетчиков, вот что нам главное. Вот он. Промазал. Борзота вообще. Все, зарулили шаманов, арбалетчика зарулили. А где второй шаман? Давайте всех обыщем, да. Так, ну вот и все. Тут как бы всех запилили по большей степени, да. Ну, может быть, не всех, так, ну реально большинство, это уж точно. Так, что, давайте выпьем зелье маны. Хорошо, сохранимся тоже по-любому. Сразу в два слота, потому что большинство уже ублюдков мы перерубили.
Ну и плюс просто, если идти сюда еще с помощью паладинов, во-первых, будет реально намного сложнее. То есть все будут бегать, все будут суетиться. А надо будет смотреть, чтобы не убили этого самого Надаля, да. То есть, ну реально будет очень неудобно. И поэтому, реально, мой вам совет, чуваки, вот реально, здесь все разрулите сами. Потому что от паладинов здесь реально будет больше вреда, чем пользы. Говорю как есть. Так, вот тут еще какой-то один борзой остался такой. Не хочет почему-то умирать. Мы это быстро исправляем. Так. О. Че, идут в атаку, да? Звери. Так, там у нас, значит, арбалетчик. Ой. Так, там дофигища арбалетчиков, поэтому давайте куда-нибудь спрячемся. Потому что арбалетчики — это серьезные чуваки. Мы уже к этому привыкли, они решетят только так. Ой, может быть, надо было уже поберечь бы такие зелья, да, крутые. Может быть, надо было применить какие-нибудь уже другие. Так, что у нас тут? Давайте элитку обыщем, пожалуй. Ну, дайте мне элитку обыскать скоты, вот, да. Сам не знаю, зачем я это делаю, просто как-то так на автомате. Вот. Я привык, что с них падают кольца, и элитных как бы поэтому обыскиваю. Так, ну чё? Так. Еще одного грохнули, да? Да, много тут, конечно, положили чуваков, ничего не скажешь. Скоты. Ну, в общем, кстати, вот это вот тоже, кстати, следует отметить, да, то, что есть трупы, которые вот необычно умерли, да. Этот в ступеньку так прилег, того к стене прикололи мечом, да, то есть. Ну, в принципе, на человеческую смерть смотреть не очень-то и приятно, да, но, в принципе, сделали все равно четко, да, не, так сказать, прямо не поленились, да, и для каждого сделали по-своему, и это, в принципе, плюс тоже. Ну, это то, о чем я говорил, как бы, да, то, что мы перевалим всех этих орков, а они здесь потом все просто тупо возьмут и реснутся, да, вот. Причем, по-моему, в таком же количестве, реально, их сколько было, теперь столько здесь и есть. Опять уже и варги есть, и все, и все на свете, как бы, да. Ой, так. Вот, за этими дверями получается, что будет пленные все. Ну, там будут и Гаронды, и все вот чуваки. Как бы вот. Все, Брутус тоже дохленький. О, у него альманах одержимости, кстати, был. Так Брутус был одним из ищущих уже, получается. Круто. Круто. Так, хорошо, мы вроде бы их обыскали всех, теперь можно дальше зачищать. Ну, очень важно, конечно, еще перебить всех вот этих вот на вышках арбалетчиков, да. Это тоже реально очень-очень важно. Так, хорошо. Так, вот одного мы убили, блин. И тоже и соус, вот этот неудобняк вот есть в игре. Блин, а. Оконченные арбалетчики. Надо, короче, сначала как-то с ними разобраться, со всеми этими арбалетчиками. Виспеку, да, вот основная, как бы, угроза здесь исходит не от каких-нибудь там элитных воинов, да, а там урукхаев, там, или просто там для того, что тут здесь дофигища именно орков, да. Основная угроза здесь исходит именно из того, что, как бы,
Ну, поняли, да, вот этих арбалетчиков здесь дофигища, и они когда начинают это шмалять, да, то это, конечно, страшные вещи на самом деле происходят. Ничего не скажешь. Так, давайте этого ублюдка убьем. Да, елки-палки. Да чё ж ты застрял или что? Вот, давай, давай, двигайся. Так. Вот, хорошо. Все, давайте теперь всех в этой комнате зачистим. Реально, я хочу всех в этой комнате тогда зачистить. Ого! Блин, мне маны, наверное, не хватит, да? У меня маны. Не, хватит, хватит. На один выстрел еще хватит. Кстати говоря. Вам от арбалетов куда подальше уйти, да? Потому что арбалеты здесь выносят, по-моему, не горюй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где там наш в этот самый? Да елки-палки, где ты? О, вот. Так, отлично. Так, теперь давайте назад в замок. Все, продолжаем нагибание орков. Все в ихних топориках, здесь просто все усеяно ими, да, этими топориками ихними. Полный капец. Так. Ну все, здесь, во всяком случае, мы всех этих арбалетчиков перевалили, и то хорошо. Так, давайте еще теперь доваливать тех придурков всех. Тю, а им все равно, извините, я убил на их глазах, да, ихнего чувака, а им реально по боку. Ну ладно. Прикиньте, я еще уровень как-то умудрился поднять, я, честно говоря, думал, что это уже нереально будет сделать. Потому что я так смотрел, что вроде бы сильно много, да, и что-то думал, что я до конца игры уже, наверное, так и буду с этим уровнем, но тем не менее, у меня уже 2 стрелечка обучения. Наверное, потрачу их на двуручное оружие. Изучу генерала Ли или у этого самого Горна, да, как только мы появимся в Харинисе, ну и они, соответственно, появятся, наверное, изучим лучше двуручное оружие, на 5 еще вкачаем. Почему бы и нет. Давайте тут такие зелья поэкономим, будем пить такие. К тому же время у нас как бы есть такое залепить, да? Так, хорошо. Убили еще арбалетчика и убили еще этих притырков. Так, теперь давайте займемся этими ребятушечками. Ну, тут, в принципе, заниматься особо неким, да, тут по большей степени. Так, вот, убили мы этих арбалетчиков, как бы. Видали прикол? Опять этот арбалетчик откуда-то вылез. Полная какая-то жесть. Да блин, опять какой-то арбалетчик шмаляет. Да ёлки-палки, я что-нибудь всех уже перевалил. Кто там еще мог остаться? Все, заварили борзого орка. Так. Давайте-ка сохранимся, это мы их не кисло навалили. Фух, ну и все, почти мы зачистку как бы замка закончили. Да, тут уже осталось фиг да нифига, так скажем. Ну ты задолбал, а, скот? Да чё ты не убиваешься, ёлки-палки? Давай дохни. Откуда он, кстати, вообще взялся, я так и не понял. Я тут вроде бы всех перевалил уже, да? Откуда-то вылез с тем своим арбалетом, запарили уже своими арбалетами. Так, что у нас тут еще? А ты куда побежал-то, братишка?
Давай, 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 давай. Не, ну вы посмотрите, это какой-то прикол просто-напросто. Им конца и краю нету этим арбалетчикам-то, а? Убийц. А, и вот, да, вот видите, я... Убийца. Я как бы случайно прибил этого конченого паладина, потому что когда я убил ихнего предводителя, этих орков, да, то на автомате появились, типа, паладины, и волной смерти вырезали, видать, убило какого-то из паладинчиков. И вот, капец, короче, они назвали меня убийцей, и давай меня гасить. Это вот вам самое яркое объяснение тому, почему я не взял... с собой, короче, этих обоссанных паладинов, да, этой помощью не заручался, потому что вот такие напряги, получается, были бы все время, да, и как бы это не сильно весело. Че там колдуешь, скотина? Вот, хорошо. Давайте-ка сохранимся. Так, все, здесь мы все зачистили. Осталось непосредственно само помещение с Гарондом, да? Там у нас элитные воины орков, ну и их не сам предводитель. Так, хорошо, хорошо. Братишки. Братишки. Вот видите, здесь этих реально арбалетчиков, тут все в арбалетчиках просто-напросто, да? Реально все в арбалетчиках. Так, давайте-ка попьем это зелье. Хорошо, сохранимся. Ну все, это там, по-моему, уже должен остаться как раз один предводитель, только их нет, да? Их не больше, потому что вроде бы всех таких я перевалил. Кока, как видим, тоже убили Клифа. Ой-ой-ой-ой, всех да не всех, чуваки, всех да не всех, как видим. А где тот, который с арбалета шмалял, куда он делся? А, он стоит, в стене застрял, хорошо. Так, чё? Ого, так их тут еще, мама, не горюй, сколько. Давайте-ка загружаться, блин. Капец, а. Да блин, да их там вообще капец, сколько вы видали, сколько там этих ублюдков-то засело с арбалетами. Их там такая толпень, блин, мама, не горюй, повторюсь. Ой, запарили они уже, а. Ну, это же, как бы, с одной стороны, масштабно и весело, а с другой стороны, как-то уже запарываешься их убивать, потому что на протяжении игры ты уже столько убиваешь этих орков, что оно уже, знаете, как-то... Если обычные Готики 2, сражение с орком, это всегда было что-то особенное, да, то здесь уже, как бы, получается, что это обыденное дело, абсолютно обыденное дело, да. Ой, прям скажем. Так, что там эти ублюдки нигде не вылазят? Да ё-моё. Кто ж так выбегает, а, братишка? Да ёп. Короче. Да бегишь ты, ну блин, ну чё за ты за баран-то? Ну а, ну... Почему он так эту магию достает, начиная сразу до всех вот это клацаться, это автонаведение, блин, убежать нереально, это полный капец. И эти скоты, я не могу понять, что они так специально делают или что, вот я иду их искать, и вроде бы никого нету, да, вот стоишь специально, ждешь, пока не побегают. Начинаешь кого-то валить, появляется сразу целая толпа, и давай тебя гасить. Ох, и задрали ж у меня, а. Давайте выходите, придурки. Чё вы, где вы? Вот смотрите, никого нету, да, сейчас только начну кого-то по одному пытаться убивать, да, они сейчас тут выбегут, тут целая... Откуда этот вообще придурок появился? Вот реально объясните. Да иди ты в очко, скотина тупорылая.
Блин, ну посмотрите на этого ублюдка, а его даже с одного выстрела этой волной смерти не убивает, а? Блин, это они меня запарили, честно говоря, чуваки, реально. Запарили, мама, не горюй, как. Ладно, я сейчас, короче, просто выйду из этого здания. Я так понял, что этот вождь за мной бежит, да? Он как раз придет ко мне, я его просто запилю, да и все. Потому что реально он мне уже надоел. Давай, выходи, короче, придурок. А, вон он бежит оттуда вообще. Все. Вот, у него был какой-то ключ, драконий корень и кольцо, естественно. Давайте драконий корень сразу скушаем. Ой, ну хотя ключ, какой ключ, я так говорю, типа. Ключ. Ключ как раз будет от этих тюремных камер вместе с лордом Гарондом, да, ну и прочими чуваками. Так, орков не трогаем. Пускай этим уже занимаются, если что, паладины. Так, ну и вот. Это ты, как тебе удалось пробраться сюда? Не знаю, но сильный удар по голове, после чего потерял сознание, потом очнулся с остальными парнями. Идем, теперь вы свободны. Замок. Ну, короче, замок снова в наших руках и освобождаем этого идиота. Все, хорошо. С ударом почему-то поговорить нельзя, но освободить его сразу же и можно. А здесь, кстати, не только удар был, здесь еще был и орик. Подожди минутку. С ориком тоже нельзя ни о чем поговорить. Так, тут у нас и так открыто. Блин, каторжников даже тех же, даже каторжников перебили, ну елки-палки. Так, а тут вроде бы никого нету, да тут только... А, вот есть, Парсиваль здесь был. Угу. Драаль. И еще каторжник. Хорошо. Все, всех этих паладинов мы как бы отпустили, да, освободили. Давайте теперь поговорим с Натаном. Только нам надо найти его еще, конечно. Это тоже будет не очень-то и легко. Так, рыцарь. Это Альберт. Так, вот это, наверное, Натан, да? Да, вот он. Давайте-ка с ним поговорим. Все, зачистили мы, слава богу, этот замок. Заходим пополам, конечно, без потери нервов опять-таки не обошлось, но слава богу, справились. Так, какова сейчас ситуация? Могло быть и лучше. Одно радует. Теперь надо как можно скорее уходить. Кто ты? Мое имя Натан. Ах да. Ты ведь один из тех парней. Мы же с ним только разговаривали у входа, помните, это вообще интересная вещь. Значит, он спас тебе жизнь. Дело было так. Когда... Короче, удар спас ему жизнь. В конце... Ну хорошо, хорошо, я очень за тебя рад. Да качего, я что-то ничего не могу понять. Ой, здесь стреля и Маркус находится. Может быть, мне надо поговорить с кем-то другим, может быть, с Альбертом или чего, я не могу ничего понять, честно говоря. Как идут дела, братишка. Просто почему? Они же должны просто сказать, что, да, мы уходим, и я должен им сказать то, что все, иди за мной. Ну, как-то в этом порядке, я же плохо помню, понимаете, и все, и топать, короче, отсюда. Идем. Нам необходимо... Но в почему? Скором времени орки вновь пришлют сюда свои новые подкрепления. И тогда нам всем придется очень несладко. Сколько, кстати, обучение? 25. Ага, они все идут, да? Ага, хорошо. Ну и тут два варианта. Их можно отводить так, да, просто к проходу Рудниковой долины. Но это, конечно, полный бред, потому что они, как всегда, естественно, будут тупить там по дороге и прочее. И прочее. Поэтому лучше всего вот, как бы, просто портануться и все. А где Натан опять-таки? Это Альберт.
Ладно, все, пока никого не убили, портуемся к проходу долины рудников. Вот, у нас даже появляется запись в дневнике. Ну и вот, здесь все наши чуваки, Маркус. Главное, чтобы был, конечно, Натан. Получай, о, вот, Натан есть, отлично. Теперь надо... А что ж такое, а? Убери оружие. Убирай, убирай, братиш. Умный мальчик. Так, Гаронда почему-то еще здесь нету. Нам надо, наверное, дождаться еще Гаронда, чтобы уже были все братишки, и потом отсюда выходить. И выхода он потом, по идее, появится. Ну так, уже времени сколько? Я могу поспать до рассвета, мне просто интересно. Если могу, то это, конечно, бы многое мне облегчило. А сейчас 19:29 всего лишь. Или давайте в натуре портанемся, мы же сохранились, да? А уже перейдем в Харинис, возможно, есть шанс, что они уже будут стоять там у входа. Вместе с Гарондом и всеми братишками. Просто так, я не знаю, долго мне ждать придется или мало. Давайте попробуем еще такую фишку как бы использовать. Вот. Так, ну одно такое масштабное сражение мы уже пережили, в принципе, да. Одно из таких самых больших фишек сделали, это как раз и было освободить всех этих паладинов, ну и зачистить замок. В принципе, на 25%, наверное, мы уже 7-ю главу выполнили, где-то так. Потом нам останется только собрать все это подкрепление, да, там порешить все с магами воды, найти 4-е божество, создать руну. Потом то сражение у наемника Фонара, ну потом зачистить Харинис и все. Тем более зачистка Хариниса, в принципе, будет проходить уже более-менее быстро. Сколько там, 20-30 минут, наверное, на это уйдет. Так, хорошо. Давайте, наверное, даже знаете, как сделаем. У нас ведь есть телепорт. Это ведь, вернее, одна свободная штучка, да? А где к этому конченному проходу? Что за фуфел? А вот, проходу Ани нету у нас свободной штучки. Я понял. Так, в принципе, что, мы же можем спокойно уже отключать замок, да, зачем он нам нужен. Все, к проходу в Харинисе. Нет, чуваки, здесь никого нету. Да, здесь никого нету. Угу. Тогда давайте сейчас попробую перезайти, у меня еще есть такая идея. Вот зайти, заново туда как раз зайти, сейчас оно перезагрузится, локация, да, и мне кажется, кстати, что по нему может быть такая фишка, что, короче, теперь уже появятся все паладины. Мы сможем сказать, короче, все, уходим отсюда, и тогда уже, когда выйдем, то они все будут на месте. Просто нам очень важно, чтобы они здесь находились. А, вот. Мы еще, кстати, квест взяли, если я не ошибаюсь, да, вот, долг чести. То, что он, короче, должен жизнь удару, да? Тот ему спас жизнь, потом, может быть, еще пройдем этот квест так уже. Для полного кайфа, что называется, чтобы пройти как можно больше квестов. Так, хорошо, давайте сейчас тогда телепортанемся, так сказать, да? Перейдемте в другую локацию. Будем надеяться, что сейчас уже там будут реально все чуваки. Реально, я на это очень сильно надеюсь. Ну и после этого нам как бы в Рудниковой долине уже будет делать нечего. Ну единственное, да, вот еще сбегать к тому чуваку Недбеку в лесной лагерь, чтобы узнать про 4-е божество и про руну. Как бы вот. Жалко, что сразу нельзя сделать, просто сейчас, по-моему, я к нему даже если сбегаю, то этого разговора не появится, да, потому что нам еще Пирокар ничего такого не рассказал про всех этих ищущих, да, про 4-е божество. Который можно было бы, короче, поддержкой которого можно было бы воспользоваться. О, вот, видите, и удар, и Гаронд, вот, да, отлично, мы на месте, думаю, это теперь полный безопас. Согласен, хорошо. Еще одним монстром стало меньше. Давайте-ка сохранимся, что-то паладины вообще разошлись. Чего они такие борзые, а? Да успокойтесь, ё-моё, вы что тут решили всех орков, что ли, перевалить? Да вы посмотрите, нереально решили всех орков перевалить.
Прекрати это магическое дерьмо. Все, чуваки, все, идемте домой, ну его в пень. Так, что там? Давай ступай. Ага, значит, они, короче, просто тупо идут за мной, я понял. Значит, все, значит, мы теперь, по идее, можем выходить из Рудниковой долины. А, по идее, во всяком случае, опять-таки, да? И чуваки уже будут там находиться, наконец-то, там, где им уже нужно находиться. Давайте-ка сразу же это проверим. Тут, кстати, я, походу, теперь, когда там будет только находиться паладины, да, уже именно в Хаинисе, у прохода в Хаинисе, да, то там опять появятся орки, это, конечно, полный капец. В этом плане. Да, но слава богу, что во всяком случае эти статуи, да, которых наставили хранители, они хоть не везде находятся. И орки не везде такие неуязвимые, да, есть места, в которых их можно нагибать. Даже нужно, короче. И это, конечно, реально радует, потому что если они были бы везде неуязвимые до поры до времени, это, конечно, сильно усложняло игровой процесс, да, прямо скажем. Вот. Ну давай, догружайся ты, елки-палки. Тогда сейчас, короче, да, портанемся, поговорим с паладинами, пройдем квест с этим самым Натаном, да, чтобы вернуть ему честь, так сказать. Вот. Проходу Хариниса. Да, вот вся братва здесь, да, и орки, видите, да, и то, о чем я говорил. Теперь они, короче, доколупались до этой конченой мухи. Еще одним монстром стало меньше. Че, орки-то, ой, вернее, паладин это страшные чуваки. Как видишь, не думал, что выход тоже хорошо охраняется. Выходит, что сейчас ситуация немного лучше, чем была в долине Рудникова. А что с городом? Короче, сказано, что он пал, у Иннос. Насколько мне известно, орки взяли город штурмом всего за один день. Только лорду Хагену. Так, вот, короче, то, что он находится они отступили в форте Асган, он говорит, что туда пойдет, правильно? Мы отправимся в форт, только пехота, да, увидимся, до встречи. Так, давайте зажжем свет. Все, Гаронт, короче, отправится к лорду Хагену вместе со всеми этими паладинами, что остались, да, там Парсиваль, Орик. Так, и давайте попробуем теперь помогти Натану пройти квест, да, чтобы он вернул свою честь. Ой, только большая проблема, где этого Натана найти, а вот же он. Паладин удар снова с нами. К счастью для нас, да. Безусловно, я очень этому рад. А, так, он говорит, ну все равно ж я ему так и ничем не отплатил, что думаешь теперь делать? Чего странно, квест почему-то не берется. Может быть, надо поговорить с ударом? Ты выглядишь немного усталым, давайте все это поговорим. А, вот, ты уже знаком с Натаном. Как видишь, да, короче, он все-таки долг чести, да, вот он тоже об этом всем рассказывает. Вот, ну и, короче, там будет такая задумка, что мы специально построим такой случай, чтобы Натан спас удару жизнь, да? Да, вот теперь мне надо поговорить с своим Натаном и дать возможность удару подготовиться к засаде. Он будет ждать нас недалеко от таверны Арвана, напротив одной из пещер. И там, короче, на него типа нападут орки, ну и по классике жанра мы с Натаном придем. А, как бы вот, и поможем. Так, вот, да, подожди, подожди, ты случайно не знаешь... Хорошо. Хорошо, веди, короче. Но нам главное поспешить, потому что здесь такой прикол, чуваки, что здесь все будет происходить в реальном времени. То есть, да, там он и правда будет сейчас сражаться с орками, поэтому чем быстрее мы туда придем, тем будет для нас лучше. Идешь, братишка? Давай, давай, давай. А, или вот же он, да? Вот это прикол, а. Так, ну, главное убить еще, конечно. Да ну блин, ну братан, ну чё ты творишь? Ну чё тебе все эти падочки нужны, что ли? Ну ты придурок. Ой, придурок. Блин, чуваки, не, ну это реальная жесть, ну это не игра, это просто какая-то реальная жесть, понимаете, ну честно, у меня нет слов. Этот дебил на всех агрится, и мне из-за этого, блин, ну и, блин...
Ой, то ли перед квестом надо всю дорогу эту расчистить от всех монстров, то ли что здесь делать, это, конечно, просто полная жесть. Держи, и вот из этого, как бы, игра местами очень сильно напрягает, да, вот этим своим бредом, вот это вот. Ну, на кой ляд ему сдался эти падальщики, эти шлиги? Ну, пускай они ж тебя не трогают, хай себе кучкуются, ну, чё ты вот это, ну, как дитё малое, это, ёлки-палки. Где там мой обычный доспех Амаха воды? Наверное, придется его одеть, чтобы на нас так все особо не агрились. Это он уже за нами идет или нет? Да, потому что удар уже пошел. Да, идет этот идиот за нами. Так, давайте, наверное, как-то будем вот так вот держаться, даже не знаю. А, ну удар, видите, бессмертный. А, так удар бессмертный, тю. Извините, я затупил, удар бессмертный, поэтому как бы проблемы никакой нету в этом, чуваки. Значит, удар убить никак не смогут, поэтому все отлично. Это значит, что у меня что-то просто с памятью проблемы. Там еще одна грязная скотина. Ну посмотрите на этого идиота. Ну вот на кой ляд тебе сдался этот падальщик? Где этот идиот? Давай, иди сюда, и все, не отвлекайся больше ни на кого, я тебя прошу, братан. Давайте только восполним ХП, конечно, в этом плане нам в натуре надо. Так, хорошо, сохранимся. Ну такой, как видите, квест запарный, честно говоря. Я даже не знаю, зачем я вообще решил его проходить. Сейчас так начинаю уже задумываться. Реально, квест довольно-таки запарный, со своими напряхами, блин. Как бы вот. Ну а потом мы опять отправимся в Форт Асган, поговорим с Вордом Хагеном. Он уже нам на этот раз скажет, что да, короче, давай набирай, короче, поддержку людей, там, подкрепление, как бы вот. Давайте команду пополним. Пошли, братишка. Давай, давай, давай. Блин, тут все в каких-то мобах, это капец, а? По Харинису шага нельзя ступить, чтобы на кого-то не нарваться, да? Везде, тут ищущие, там еще кто-то. О, кстати, ря, вроде бы слышно уже звук боя. Так, это уже, наверное, Натану нужна помощь. Давайте быстрее, чуваки, давай, 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 давай. А, или нет? Блин, я, кстати, плохо помню, где... А, вот, вот, вот же он, да, вот он где находится. Так, давайте надо достать все-таки хорошую магию. Одной мерзкой тварью меньше. Хорошо, что мы успели. Еще бы немного эти твари... Ух, все обошлось. Ну все. Главное, что ты Все, короче, мы, короче, ему помогли вернуть свою честь. Вот. Ну и слава богу, это, конечно, было очень нелегко. Так а где этот удар? Он хоть живой там в натуре? То вдруг его вообще убили? Не, вот он-то находится. Он что-то заглючил или что с ним такое, я не знаю. А, ну тут вот есть этот, черный ворк-воин, он, наверное, на него сагрился. Блин, хорошо, что я хоть сохранился, елки-палки. Тут, оказывается, ворк уже был под защитой. Так, ладно, все, спим до утра. Спим до утра, отправляемся в лагерь наемников, а тут затопаем Форт Асган, базарим еще раз с Вордом Хагеном. Он дает нам свое добро на то, чтобы мы... заручились поддержкой, ой, всех идиотов, вот. Ну и, наверное, на сегодня уже будет все. В следующем выпуске пойдем, наверное, в долину Яркиндар, не рудников, наверное. Ну, как я думаю, да, как оно там будет, я фиг его знает. Ой, да какой, мы нифига не прошли. Тю, блин, я думал, что я сохранился уже там, где мы, ну капец, ну вот это дерьмо, ну дерьмо, а.
Ох, и нашел я себе квест пройти, да, чуваки? Это вообще реально, это страшные какие-то вещи. Ты бежишь там, идиот? Давай быстрее. Блин, ну капец, ну... Ой, зачем я вообще этот квест брал-то, а? Естественно, надо посражаться с орком, ну как же без этого, да? Да вали ты его быстрее, 3 года убиваешь того несчастного орка одного, а? С тобой покончено, мерзкая тварь! Реально, я уже пожалел, что взял этот квест. Да сдохни, блядь. Чтобы знал бы, что будут такие напряги, реально вообще бы не брал бы его, ну его в пень. Так, хорошо. Так, ну и вот это здесь уже происходит, собственно говоря, бой. Все, всех мы зарулили. Хорошо, что мы... Все, хорошо, что мы успели, квест как бы прошелся, ну и все, отлично. Все, давайте, может быть, еще разве что с ударом поговорим, хотя в этом не, нету смысла, да, все, короче, давайте тогда поспим до утра. Или до рассвета, короче, как получится, и потопаем в Форт Асган. Где там наша шкурка? Опа, а где шкура наша? А вот же, я уже испугался. Короче, тут сейчас паладин и весь Харинис, наверное, зачистят, да. Они тупо на всех агрятся, на тех, кого надо, и на тех, кого не надо. Они тут реально, наверное, сейчас тупо всех тут зачистят, кого только можно. С такими темпами. Так, ладно, давайте тогда вот что делать. Отключаем к проходу в Харинис, отключаем к проходу в Рудниковой долине. И давайте, значит... на ферму Анара. Так, кстати, а что там на ферме Анара? Мне даже просто интересно уже. О, вот Диего появился. Ну все, слава богу, наши друзья начали появляться. Рад видеть тебя живым и здоровым. Ну, это искренне. Многих из нас орки взяли в плен, теперь с ними делают. Понимаю. А, хорошо. Диего, как видимо, успешно добрался до лагеря наемников, с чем мы его и поздравляем. Так, сохраняем сразу 2 слота. Все, с замком мы все сделали, все там порешили, замок освободили. А, помогли Натану вернуть свою честь. Так, теперь чё? Ну, по идее, Ли тогда тоже должен уже быть на месте. По логике вещей. Чёрт. Поэтому давайте-ка отправимся, посмотрим, чё он там. Единственное, что, конечно, жалко, это то, что он, по идее, сейчас тогда спит. О, это Горн там сидит или нет? О, да, вот уже и Горн на месте, отлично. Чё, это просто отличные новости. Все, Горн тоже уже на месте, зашибись. Так, пойдемте-ка найдемте Ли. Блин, кстати, а Горн нас не хочет двуручки обучать. Не было такого прикола, да? Как бы не было сейчас такой фишки, что Ли тоже нас не сможет обучать двуручному оружию. Первый раз слышу об этом. Это будет, конечно, очень грустно. Я бы изучил бы с удовольствием. Никто ничему не учится. А с Ли вообще закончить разговор? Ну, это, конечно, еще быть может потому, что, знаете, еще только рассвет, да? Быть может, он только проснулся. А, вполне возможен вариант, что... Когда наступит уже утро, да, ну когда он, короче, проснется, будет 9 утра, то уже будет совсем другой разговор. Давайте там внутри отправимся в Форт Асган, поговорим с лордом Варусом. Потом вернемся сюда и перетрем еще с Ли. Возможно, сразу же сможем себе и изучить сразу же двуручное оружие. Ну и вообще будет разговор с ним, даст бог, поинтереснее. Посмотрим, конечно. Вот. Ну все, во всяком случае, большинство чуваков мы уже встретили, да, разве что только Лестера еще не увидели. И Лареса. Ну, Лареса, наверное, тоже где-то среди наемников. А по поводу Лестера... ну, по идее, он будет в лагере этих укурков, что в Харинисе, да, по логике вещей он должен будет находиться где-то там. Как бы вот...
Сейчас эти придурки будут мне говорить, типа, мы за тобой следим. Меня так сильно напрягает в этой игре. Это вообще капец. Ну, напрягает эта фишка, реально. Зачем это делали, непонятно. Мы следим за... Реально, вот зачем это было делать? Что, чтобы они каждые 3 секунды вот это базарили этот бред, то, чтобы следим за тобой. Так давайте, может, теперь мясных грибов покушаем, у нас же есть. Повысь мне защиту от магии, а? Я ж много сожрал. Отпадло, не хочется. Так, ладно, сохраняемся, топаем Форт Асган, побазарим там с Лордом Хагеном, а потом вернемся к наемникам, побазарим там с Ли, ну и, наверное, на сегодня будет все. Ой, как бы вот. Так. Ну да, в принципе, я уже мы очень сильно приблизились к самой концовке. Основная сейчас будет мулька, это чисто с, там, с Тиаркендаром, да, там разрулить еще зомби Риардиана, все дела, там, получить благословение всех богов, получить эту руну читерскую, зарулить хранителей. Ну и в принципе, и когда мы это все сделаем, то уже там, по сути, особо такого будет делать нечего. Вот уже чуваки все здесь на месте, да, и Парсиваль, и Орик. То есть все паладины уже как бы пришли. Чтоб паладина здесь как говна уже, короче, стало. Ну вот уже и Гарон стоит уже здесь вместе с Лордом Хагеном. Ой, да ёлки-палки. Гарон и его люди прибыли в форт, братишка. Это по-настоящему отличная новость. И она наверняка еще больше укрепит. Поэтому прими от меня мою благодарность и вот... Спасибо. Дал мне 1000 золотых, которые, честно говоря, я даже не знаю, зачем она мне нужна. Так что ты решил? Ну хорошо. Но только потому, что ино... Уверен. Надеюсь. И что тебе? Это ты у меня спрашиваешь? Теперь же все остальное за... Или ты полагаешь, что я... Хватит. Угу. То есть, короче, да, он хочет, чтобы я теперь побегал по всем обществам. А, вот, и, короче, собрал ему подмогу. Ну, в том числе и к наемникам сбегал, там, и... К всем. Ну, мы сейчас, короче, сбегаем на туре сразу по базарию с наемниками. Он мне скажет, что мне нужны мечи паладинов. Рудные, только тогда я буду помогать. Потом сразу сбегаем в Яркендар, не бежа даже назад в этот форт. Сбегаем сразу в Яркендар, там еще поговорим с пиратами. А Грех скажет, что мне нужно будет судно. Или что-то в этом роде. Что я хочу быть капитаном судна, что-то такое, короче, скажет. Мы с это, короче, ему дадим, потом все сразу это обговорим. Ну, короче, придется вот это тот момент, который я отговорю, что нам придется 100 раз бегать туда-сюда, да. Нам нужно будет бегать туда, допустим, Ли скажет, мне нужны мечи. Сбегаем к Орду Варусу, он скажет, у меня нету этих мечей, но есть рецепт, как их делать, да. Даст нам рецепт, мы потом бежим, делаем эти мечи. То есть, ну... Реально, бегать туда-сюда, да, бежишь к тому. К тому же, ладно бы еще по одной локации, а нам ведь приходится бегать по разным локациям, с одной на другую, да. К примеру, с Хариниса в этот самый Форт Асган, или с Хариниса в Яркендар. И проделывать такую, так сказать, операцию нам придется очень и очень много раз. Но реально, как по мне, это очень-очень большой минус. Блин, времени сейчас только 6:10. Просто очень хотелось бы двуручку поднять, понимаете, а Горн как бы не хочет, не знаю же, потому, может быть потому что сейчас утро еще совсем, да? Реально, не знаю. Может быть просто не хочет. Просто, конечно же, было бы очень здорово поднять себе двуручку. Ты должен все хорошенько взвесить. Так ли, братишка? Он слушал не тех людей. А почему орки еще не напали на ферму? Я и сам этого и... Наверняка. Я пришел к тебе с предложением от самого лорда Хагена. Никому не интересно мое мнение. Он предлагает тебе объединить... Говори, сейчас у него самого слишком мало для этого... Это все довольно неожиданно. Всему, что, что же, в здравом смысле ему действительно сейчас вряд ли откажет. Так ты сам... Думаю, да. Полагаю, что в данный... Всему, что. Но дело в том, что большинство из моих людей... К чему ты... Ну вот, Терму... короче, да. Короче, говорит, когда он вооружит... Тогда мы, короче, и пойдем, да, вот трудное оружие для наемников. К сожалению, учить у нас не хочет. К сожалению, то есть, возможно, я живу, возможно, просто потому что сейчас еще совсем утро, но есть также такой вариант, который меня пугает больше, это то, что можно было бы участвовать в двуручке только на том острове. Просто эти перечки обучения толком некуда девать, ну разве что выучить регенерацию здоровья или регенерацию выносливости, но, честно говоря, как-то не сильно и охота. Ну ладно.
посмотрим, как оно будет. Может быть, в натуре, когда наступит уже больше день, то Ли согласится нас обучить. Сейчас же я, короче, сохраняюсь в 2 слота. Благодарю вас, ребята, за просмотры, за подписки, за лайки. На сегодня у нас все. До новых встреч, короче, ребята. Пока.